Значит, приготовили, настроение готово. И по команде. Боря, сколько раз говорила, не фотографируй ты меня. Вам не надо кисловляться. Вас знает вся. Снимаешь? Я записываю. Да ты снимай, Люся! Я тут, я! Щелкни, чтобы это было, мы запишем, потом расскажем. Так, готовы, товарищи? Девочки, на заднем плане красиво ходим, улыбаемся. Идите, я переведу на видео режим. Так, Гриша, ну люди приехали издалека. Все готово. 20-2016, сцена первая, кадр первый. Всем привет, добро пожаловать. Геша? Бабец, как положено, раз перепутался. Но самое главное, раз только социально сказать, мы один из этих субъектов, которым удается даже в это непростое время сохранять рост реальных доходов населения. Мы один из этих субъектов, который индексирует все социальные доходы областного бюджета, причем индексирует их на уровень инфляции. Мы один из многих субъектов Российской Федерации, который демонстрирует рост объема жилья, причем жилья не только коммерческого, но и жилья по социальной программе. Поэтому настроение перед праздником хорошее. Год был очень хороший, год семьи. Мы приняли более десятка законов, нормативных актов, которые поддерживают многодетные семьи. Семьи неполные, не городской, семьи, где есть дети инвалидов, семьи, которые нуждаются в точечной поддержке. Этот закон, кодекс мы должны будем принять до конца этого года. Это будет такой серьезный финансовый документ. Ну, опять-таки, один из первых в России серьезных документов, который будет защищать наших жителей. Мы предложили и покажем своим примером, что если семья встала на очередь до момента достижения ребенка 18 лет, независимо, исполняется одному, двум детям 18 лет, семья остается на очереди, семья получает земельный участок. Так, как это было в момент, когда они вставали на очередь. И второе, что мы предлагаем, выделять беспроцентную ссуду на строительство жилья на 25 лет с погашением после первых 3 лет. Ну, давайте говорить правде в глаза. Ну, нет сегодня многодетных семей, собственных
капитала, собственных накоплений, чтобы, получив от нас земельный участок, построить дом. Ну, нереально. Поэтому, если мы сказали А, мы должны сказать Б. Сланцевчане, добрый день, уважаемые гости города Сланцы. Мы этот год проводим под знаком года семьи. Так год семьи, который был объявлен как год Ленинградской области. И этот вот год был очень важен для нас, для правительства Ленинградской области, для законодательного собрания Ленинградской области. И поэтому в год семьи мы как раз приняли целый ряд законов, а часть из них дорабатываем, они будут уже приняты в сентябре, в октябре этого года, которые направлены на поддержку наших ленинградских семей. Очень трудно еще и обеспечить им возможность приехать в школу или после школы все вместе выехать за город, например, на приусадебный участок или, например, приехать в Санкт-Петербург. Но мы также прекрасно понимали, что эти семьи не могут себе позволить купить микроавтобусы российского производства. Они все-таки не дешевые. И я благодарен нашим депутатам, благодарен всем тем, кто поддержал законопроект, согласно которому семья, в которой рождается седьмой ребенок, получает бесплатно за счет бюджета Ленинградской области микроавтобусы типа «Газель» или «Соболь». И вот первые три автобуса мы сегодня вручаем. Почему именно три? Это три семьи города Сланцев, Сланцевского района. Всего в этом году 43 семьи получат вот такие автомобили. Итак, дорогие друзья, областным установлена новая мера социальной поддержки. Бесплатное обеспечение транспортным средством. Для получения ключей на сцену приглашаются. We'll be right back.
знать, где он нам! Красиво? Отлично. Супер. Да, комет. Дом друг человека. Собака друг человека. Это у них там собака друг человека. У нас управдом друг человека. Хотите, там угуляйте. А у вас есть живу? Отдельная благоустроенная квартира. Отключим газ. Рано как начали зреть, рано бить.
Ленинграда. Километров 200-250. Это не простое место, а историческое. Родина Балтийского флота. Здесь первые российские корабли строились. Сам Петр Первый. Здесь лодка Коноворова. В годы войны город стал рубежом на пути врага. Не дал фашистам сомкнуть второе кольцо блокады. Это твое мое терпение. Твой Иван Романович Бровкин. Подсадьте, почему не в намордниках? Приказ губернатора всем подсадкам одеть намордники, радоваться и петь. Сейчас вам поглядим, какой это сухой. Обдула, не благодарствовали. И все по ним без способа. Так кому набить известки? Боже, мы заплатим золото! Ты ведь меня знаешь, Обдула. Я в зоне беру. Сарина! Шамиля! Бежит! Сарина! Хафиза! Зуфра! Зайла, Зунгия, Юльчитай, за мной, барышни. Слышь, Абдула! Итак, внимание, музыка, поехали! Да-да, да-да.
Праздник у нас ликует Ленобласть! Ура! 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 За Соломон! Итак, кинопоказ представляет Тихвинский район! Внимание! Приветствуем! Ура! Мотор! Музыка! Поют на небо, как утро, грудные
поздравим с этим замечательным праздником, праздником нашего единения, праздника торжества счастья, доброты, заботы друг о друге. Праздники нашей Ленинградской области! Поздравляем! Ночи!